Исполняющий обязанности главы Ленинского района Алексей Спасский продолжает знакомиться с новой для себя территорией. От представителей поселений муниципалитета во время расширенного заседания общественной приемной он узнал о тех вопросах, которые больше всего волнуют граждан. Проблематика не то, что она понятна. Есть такие крупными мазками, если есть вещи, которые там не решишь ни за сегодня, ни завтра, но их обязательно надо двигать. Да, там, начиная от дольщиков, которых Андрей Юрьевич коснулся в своем обращении к жителям Московской области, и проблематика транспортной, проблематика социальных объектов. К примеру, одна из главных проблем для жителей Видного – пробки на дорогах. Для улучшения ситуации продолжается строительство выезда на М4 из 6-го микрорайона. Сдать объект планируется уже в начале лета. В самой дальней точке округа, в поселке Володарского, назрела проблема экологического характера. На границе между Раменским и Ленинским районом образовалась свалка. И эта свалка, она, конечно, волнует жителей, потому что, вот, например, осенью они подожгли для того, чтобы как-то мусор скрасить, чтобы он поменьше был, они подожгли. И все пошло на поселок. Конечно, население начало возмущаться. Алексей Спасский взял ситуацию под личный контроль. Кроме того, он пообещал проводить выездные приемы населения, чтобы быть в курсе актуальных проблем. Первый понедельник я буду осуществлять прием здесь, в администрации, теперь уже городского округа будем считать. Последующий понедельник, второй, третий, четвертый, это будет в поселении. Руководитель общественной приемной главы муниципалитета Галина Кузина считает прошедшую встречу плодотворной, поскольку в ходе общения участниками дискуссии были выдвинуты предложения по развитию территорий. Мы перед исполняющим обязанности главы осветили как бы все проблемы, которые есть по поселениям, так, чтобы они были приоритетными и решались, естественно. Я считаю, эта встреча очень важна. Записаться в общественную приемную можно по телефону 8-495-548-50-55. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.